Так вот, мы на Ходынском бульваре. Сегодня возьмем интервью у замечательного стримера, невероятного человека, Алексея. Какое отчество? Корешов Викторович. Алексей. Алексей Кореш Викторович. Деревяшкин Кореш Алексей Викторович. Алексей Деревяшкин Кореш Викторович. Да. Первый вопрос. Ну, молодой человек. Да. И какого это лешего вы забыли на этой прекрасной улице сегодня? Я прилетел в Дубай к своим друзьям. Видите, так. Солнышко. Ага. Почему? Потому что... Да, делать у нас в стране было. Ага. Уже все холодно и ничего, уже все переделали, все, что возможно. Слышал. А теперь мы в Дубае кайфуем по-настоящему, детка! Дубай! Слышал, Дубай славится своим стабильным интернет-соединением. Стабильнейшим, да. У меня не работает трансляция. Мы живем возле вышки 5G, чтобы стримить Бормалду. Скажите, а вот вы как часть хозяевов, да, подскажите, пожалуйста, хозяева, они где? Есть, блядь, сейчас. Они затерялись. Один болеет, Костечка, другой с Кридом, нахуй. Ну, понял? Ну. По выгоде. Что, ага, выгодно, там и... То есть на нагретое место, вы хотите нагретое сказать, место. Пошли ребята. Ну, а где еще быть им? Где еще им быть? Уже невыгодно быть с нами. Ага. Копатыч, это уже хуйня. А кто, подожди, лучшие уехали или лучшие остались? Вот так, если задать вопрос. А давайте зададим вопрос чат. Зритель. Зададим, а теперь вот переплан идет, и я издалека иду. Ну что, давайте зададим вопрос нашим зрителям. И вот пусть долбоеб. Они ответят на это сами. Кто же лучше? Ребята, которые уехали в Дубай, или ребята, которые остались здесь? Паратеич, конечно, блядь. Сегодня мы решим этот вопрос. Ага, еще ну что, скажешь? Пройдемте в парк, и я не знаю, что. Ага, давай, давай. Лед скрипит под ногами, как когда-то скриптонит. Исполнял свои треки на этом месте. Бля, ебанучий журналист. Кто лучше, кореш или Парадевич? Кореш. Спасибо, родная! 1-0, 1-0, ребята, и мы играем дальше. Пока что мы ведем. Не подскажете, кореш или Парадевич? Кореш или Парадевич? Вот, как бы, поэтому непонятно. Ага. Человек еще не определился. Дадим ему время. Лучший трек Моргенштерна. Пососи. Кадиллак. У-у-у-у! Кореш или Парадевич? Блин, здесь нельзя выбирать. Нужно выбрать. Они разошлись. Господа, ну интернет-соединение ебало наш рот и ебало рот наших планов, поэтому мы три друга на Ходынском бульваре, по-моему, сейчас будем идти домой и запускать стрим из дома. Я оцените, оцените стрим по 10-бальной шкале, пожалуйста. Да, 10 минут. Рекламодатели, где вы? Активность ебнутая.